Все по графику обязательно. И корь, паротит, краснуха, дифтерия, что там еще у нас было? Гепатит, манту, ну все полностью, все прививки у нас сделаны. Идем в больницу, сначала сдадим анализы после болезни. Можно ли делать эту прививку или нет? Там мы же делали прививки от гепатита Б. Теперь это АКДС. АКДС делали, ну там они по отдельности. Корь, краснуха, паротит. Сейчас в садике будут делать. Тоже корь и краснуху. Все делаем. Детям себе не делали. Ну, вот себе недавно делала, ну, как летом, вот, столбняки, дифтерии делала. А ребенку все по плану, как положено. В школе учится, старше уже 18, но тоже все прививки есть. Боже, сохрани. Причем знаю, кто делал, то те, наоборот, болели.